Собравшихся на флешмоб было более 2000 человек. Семьи с маленькими детьми, компании друзей, влюбленные пары. Всех объединило одно желание – устроить в жизни маленькое чудо. И, похоже, у них это здорово получилось, на зависть тем, кто не знал или пожелал остаться в этот вечер дома. Это мероприятие, по словам организаторов, стало одним из самых массовых в стране. А мы вообще уже установили официальный рекорд Москвы по количеству запущенных фонариков. Сейчас мы установим официальный рекорд России. Каждый, кто пришел на запуск фонарей, остался под впечатлением. Зарядился позитивной энергией. Потом была дискотека, которую местные диджеи организовали с радостью. Ой, вы знаете, нам здесь так очень нравится, вообще так здорово! Просто офигенно! Классно! Много народу собралось с разных районов, можно познакомиться, подружиться. Хорошо время провести, культурное, надеюсь. Много улыбок, веселья и... Сближает людей. Люди знакомятся. Да, весело проводим время. Дату этого флешмоба участники выбрали с помощью социальных сетей. Все, что от них потом требовалось, это купить небесный или водный фонарик, прийти сюда, загадать желание и отправить его в небо по сигналу ведущего. Дорогие друзья, спасибо вам всем, что вы пришли сегодня сюда. Я люблю тебя, КП.